Ламантин. Это первый заполненный пробел нашего краудсорсового поздравления Рунета с Новым годом. К следующему разу пишите в комментариях к этому выпуску, с кем Ламантин придет к тебе на Новый год. А так-то, ну, привет, я Стас Давыдов. И первое видео нам прислал... Знаете, не очень понятно написано, но кажется вот что-то типа «Пошел ты в жопу». Я не буду пытаться это произносить. Самому видео что-то там где-то уже 11 лет, поэтому и выглядит, что его снимали на бутерброд с колбасой, но в интернет оно до сих пор не попадало. А зря, ведь оно учит любить природу и в особенности хорошо относиться к деревьям. Судя по всему, его просто укусил гринписовец, и вот приступ случился в самый неподходящий момент. Я только что понял, как я сильно люблю природу. Ой, это что, дупло? Ой, как кстати. Вот так, дети, я и встретил вашу маму. Пара-па-па-па-па. А мог бы вместо этого позорища отделаться просто сломанным позвоночником и инвалидностью. Хотя между деревом и гаражом он сделал правильный выбор. Он же не Димас Каскадер, в конце концов. Вообще, крутой способ забраться на дерево и стащить пару яблок с соседской яблони. Но только вот как он теперь слезет? Чувак, не двигайся! Сейчас мы, чтоб ты мог спуститься, кинем тебе новый велосипед! О, нормально, спасибо. И это хорошо. Второе видео такое забавненькое и чуть-чуть про боль. Ну, про такую, небольшую, про такую. Ну, после этого видео понятно, зачем девушки мучаются с каблуками. Ну, видите, какая у них походка сразу стала соблазнительная, женственная. Вот этой девушке, конечно, не повезло, что у нее рядом дерево не оказалось. Вообще, тут фишка не в том, что она не умеет ходить на каблуках, а в том, что эти туфли, они между собой, ну, связаны. И она не додумалась, что можно дойти до зеркала и там их надеть, а решила, что это норм вот так вот ковылять вот в таком виде. Ну, ё-моё, ну что нам теперь, мужикам, теперь и обувь, что ли, за женщин мерить, чтобы они магазин не разгромили? Главное, чтобы она догадалась их разделить, когда уже из магазина выйдет и за руль сядет. Ну, хотя некоторым и это не помогает, а некоторым даже отсутствие каблуков. Слышите, как подружка-то захохотала, когда героиня видоса упала? Оказывается, есть и женская дружба. Ведь только настоящий друг будет смеяться над твоим горем и снимать на камеру. Это бесценно. И это хорошо. И третье видео. О стандартной автомобильной оргии. Hey, do you know you're aware that there's a truck on a truck on a truck on a truck on another truck on your truck? You're crazy! Ого! Кажется, самое время позвать на помощь человека Кшиштовского. Миш, слушай, озвучь нам видосик, пожалуйста. Парни, не переживайте, я все сделаю. Мужик, ты в курсе, что у тебя грузовик в грузовике, в грузовике, в грузовике, в еще одном грузовике? Это сам грузовик, ты что, ку-ку? Это прямо... грузовическая многоножка. С другой стороны, трансформеры тоже люди. Ну, там едут на шашлычки и оттянутся с десептителочками. Это прямо как... тот случай в зоопарке. Ой, мам, смотри, это же кролик в кролике, в кролике, в кролике. Дядя, что вы? Мужик, ты в курсе, что у тебя грузовик в грузовике, в грузовике, в грузовике, в еще одном грузовике? Это сам грузовик, ты что, ку-ку? Интересно, он на все так реагирует? Чувак, это же двойной сыр в двойном сыре, в котлете на котлете, в моем бигмаке! Чувак, прикинь, это же инфаркт в инфаркте от холестерина в моем холестерине! There's a truck on a truck on a truck on a truck on another truck! Ага, потом отмазывайся перед инспектором, типа, нет, полковник, я не принимал наркотики. Я же говорю вам, там был грузовик в грузовике, в грузовике. Главное, чтобы этим грузовикам не разрешили пожениться. А то, знаете, США там с этого года и такое может быть. Вот признайте, новогоднее видео Кока-Кола у многих плотно ассоциируется с праздниками. Нет, нет, не ври. Не ври, ассоциируется, я знаю. Так вот, этот год у вас будет ассоциироваться еще и со мной, и с Русланом Усачевым, и с Машей Вэй, потому что наши лица, да не только лица, и туловище тоже присутствуют в новогоднем клипе Coca-Cola с елкой. Ну да, учитывая, что я говорю про новогодний клип, думаю, стоит уточнить, что с
певицей-елкой. Короче, смотрите видео и попытайтесь угадать, что у нас с Русланом в шаурме, который мы купили в ларьке. И это хорошо. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если вам понравился этот выпуск, покажите его своим друзьям. Вам не сложно, а мне приятно. Свои «Это хорошо» и видео на обзор присылайте на сайт This is хорошо в раздел «Прислать». До вторника. Сиськи в конце. Кстати, мы сделали для вас чат.